Вот это я и хотел взять. Я думаю, что-то, блядь. Знаешь, что-то снежненького, знаешь? Я такую чуть-чуть допил в этом Савань Джорджи, знаешь? Сейчас, может, здесь холодненько есть, знаешь? Смотри, какой выбор. Да. Вот, пьюзер Савань Джорджи. Ничего не горит. Ой, тоже мой горит. Это на Сикью Комбаркула. А, мама, Диксима. Нихрена. Это здесь, это в этом Чатануге, Джорджи. Ой, Джорджи, Чатануга, Теннесси. Знаешь, и ничего такого нету там, в Нью-Йорке. Ну, даешь, блин. И того тоже. Ну, маргариты, может, появились вот те квадратные, которые 1800. Ну, 1800 называется институт. Это дешевле, знаешь. Гораздо дешевле. Смотри, как вода продается, знаешь, это пьюр или как называется. Бога, Италия. Май. Сейчас вот я пить хочу, пиздец. Возьму себе маргариты. 208. Ой, вот это вино я все время в Тивесте брал. Вот такой вкусный, а стоит $5. А, нет, это 9. Стоит. Маленький бутылка. Вот, видишь, 4,50. Мы сейчас пьем. А вот брус. А, знаешь, какие? А вот эти я еще не пробовал, это полос такой, да? Видишь? Пивный пол. О, есть, 1800. Давай, посели, поймем. Может, я классическую взять? А, всего лишь 20 градусов, как сочу. А, не 20, а 10. 9,95% алкоголя. Ночь взять. Christian Brothers проехал. Да, вот, знаешь. Да, он приехал. Что значит? Сейчас дешево проезд. Маленький вот. Ну, просто хороший. Ну, вообще, там я крайне сейчас ничего даже не даю. Какая-то что-то круче, чем хотел. Знаешь, мы спойлеры. Но это все равно бренди. Она канадская. Ну, коньяк от бренди, а Хеннесси от Хеннесси. Это круче, чем коньяк. Мы сейчас хуеем. Даже обычный просто. Ну, да. Хеннесси от Хеннесси, знаешь? А вот так и сделал, знаешь? Что круче, чем что коньяк типа в провинции Франции делался, а здесь уже делался бренд, что ром, знаешь? Мы сейчас все курьеем. От него вообще ума. Если вы чистоганом, ты же спойлер. А производили ром, наверное. Мы сейчас курьеем. Значит, пробиарили. Значит, пираты, знаешь? Пираты, знаешь? Ну так можно, знаешь? Пираты, знаешь? Пираты вот так. А, грубо говоря, а потому что типа коньяк типа попался. Там палец, она все равно. А потом здесь.